Всем привет! Сегодня я вам покажу, как запустить Мафию 1 ремейк на Windows 7. Для начала зайдем на сайт github.com. Тут первая версия 1.7.2, она нам не нужна. Листаем ниже, версия 1.7.1, кликаем сюда. И вот этот dhfk 1.7.1.tar.gs качаем. Теперь зайдем в папку с игрой. Вот эти все DL файлы перемещаем вот сюда. После этого мы заходим в документы MyGames, Mafia Different Edition, Savis, Launch Config FG. Тут меняем все значения на 0. У меня здесь стоит 1.0.0, не обращайте внимания, просто ставьте 0.0.0.3.0. Далее сохраняем, заходим в Video Config. У вас тут, возможно, будут другие какие-то цифры. Удаляем их и заменяем на те цифры, которые под видео. И также сохраняем. Удаляем launcher.exe, он нам не нужен. Запускаем игру только через вот этот вот файл. Итак, после того, как вы все сделали, по сути, игра у вас должна запуститься. Но ни в коем случае не нажимайте Alt плюс Enter, потому что это делает игру, абсолютно любую игру, полноэкранным. В принципе, на этом все. Спасибо англоязычным комьюнити за то, что сделали такой фикс. Потому что у меня у самого Windows 7, как-то лень переходить на Windows 10 из-за одной игры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.